финале чемпионата Беларуси по водному поло спортсмены двух сильнейших команд страны блистали ловкостью рук, силой, выносливостью и тактическим мастерством. Победителем стала команда РЦОБ «БГУФК», одолевшая Гомель со счетом 14-3. По мнению тренера гомельчан, его команда уступила чемпионам в плавательной подготовке. Эта команда, она и есть национальная сборная РЦОБ, которая заняла сейчас первое место. Они помоложе, посвежее, они плавают лучше, намного лучше. Поэтому плавание здесь сыграло очень большую роль. Это процентов 90 из 100 решает плавание. Ватерполисты играли очень эмоционально, иногда даже агрессивно. Не обошлось и без нарушений. Это неудивительно, ведь на карте стоял чемпионский кубок. Спортсменам было за что побороться. Как вы видели, сегодня была жесткая игра по сравнению с нашими. Это был наш основной противник. Мы играли за первое, второе, и так получилось. Ну, под водой было все. До такой степени, что плавки рвались. На чаше весов оказались опыт одной команды и достойная физическая подготовка другой. Видимо, ставка на молодой состав в хорошей форме стала решающей.